Здравствуйте, ребята. Вот тут я насыпал земли, водичкой замочил, чтобы она усела, земля. И сейчас посажу, или посею, можно сказать, помидоры. Семена помидоров. Помидоров, видите, сколько у нас. Это мы в прошлом году отжимали этот томатный, или как его можно сказать, сок вот с помидором. И вот это семена я собрал, тут всякие семена, каких только там, я не знаю, вообще, в общем разные семена, вот. И теперь, значит, я решил посеять, значит, буду я сеять, вот, в стаканчик по 4 штуки, потому что, ну, мало, какой-то не зайдет, и какой-то, может, зайдет, тогда я возьму их и, это, обрежу или удалю. В общем, беру я вот так вот, вот, стаканчик, беру... Вот, видите, так вот разровнял семечки, вот, семена. И любой на кончик беру вот так вот, вот какое понравилось зернышко, так вот раз на кончик, вот видите, оно на кончике. И сюда вот так вот его, вот, раз и в землю вдавил. Теперь второе беру вот так вот. Я же положу сюда побольше их, вот, вот. Второе. Теперь вот еще одно, третье, вот так вот. Посажу, потому что семян много, что их жалеть. Буду по 4 штуки садить. А потом какое возьму, да удалю. Ну, еще какой-то тут, что какой-то покрасивее надо выбрать, да? Вот это вот. Вот оно на кончике. И вот сюда его. Вот и все. Легонечко в землю я вдавил сюда вот. И теперь сейчас пойду там. Я парничок поставил. И в ящике уже там остальные семена посеял. И теперь их поставлю. Вот эти дни будет прохладно, а уже через несколько дней ожидается тепло. Я думаю, они там быстро будут прорастать. Так что вот так я сегодня сею семена томатов или помидоров разных сортов. Я не знаю, какие тут сорта. Ну вот так вот, по 4 штучки вот в стаканчике я сею. А так всех благодарю за внимание. Палец вверх и до свидания.